Samsung KS17, а? Колесо удобное, хорошее, для малоопытных, так сказать, трейдеров. Рулить на нем сложновато, а так оно валит. 35, уверен, тормозит, разгоняется. Скажи, а ты давно на моноколесах катаешься? Да, 2,5 недели. Это очень такой приличный срок. Вообще проехал 360 километров. За 2 недели? Да, на первую неделю я тормозил, тупил, учился, а за 11 дней где-то примерно. Ну, это неплохо. 360. А какого у тебя сейчас колеса? КС-16А на 840. Вот, а 18-е, что по нему еще можно сказать, тебе на нем удобно ехать? Или все-таки хотелось бы, чтобы для что-то более маневренное? Непривычно, допустим, после 16-го КС-16А встать на 18-е в плане того, что оно нет, так сказать, комфорта между коленями. Потому что коленями я играю, когда поворачиваю. Я опускаю коленку повернуть направо. А здесь тут надо полностью корпус, грубо говоря, опускать, потому что не получается, что я вправо колени мешаю. Получается, для тебя это полумоноколесо, полумотоцикл такой? Да, для меня это получается просто как бы такая кувалда, просто едет прямо, и все. Как тебе 18-е? Ну, конечно, танк, не для фристайла. Сейчас проехался на Кинге 18-м, это просто зверь машина, очень большая, очень поворотливая, но мощная. И я думаю, запас хода компенсирует все недостатки. Вот. Еще большое колесо, он дает больше комфорта при езде, бездорожье. Ты доволен? Вот. Нет, я бы все равно взял себе что-нибудь поменьше. Колесо крутое, но слишком громоздкое для меня. У меня другой как бы. Хочется что-то более такое легенькое и маневренное. Да, более компактное. Я могу с Кингсонг сравнить только с Гудвеем М7-4 диаметром 14 дюймов. Поэтому в сравнении в этом разница очень большая. Например, то, что у Кингсонга очень он высокий, и управлять им на поворотах лично мне было непросто. Положительный момент, который я почувствовала, это то, что он легче разгоняется на горку, и бордюры не чувствуются вообще совершенно. Те, которые я бы почувствовала на Гудвее, здесь вообще просто их просто нет. Он очень мягкий. Он очень мягкий, да, очень мягкий. А давно на моноколесе катаетесь? 2 месяца. Чувствую себя очень-очень уверенно, как мне казалось. Но, видимо, это было на 14-дюймовом. Мне хотелось попробовать 18. Упасть с него я не упала, но, в общем, мне очень понравилось. Он такой прям мощный. Всего. Сейчас попробовал 18-й King. Аппарат серьезный, скорее не для города, а для больших заездов где-нибудь за городом, либо серьезных покатушек по паркам. Удобные подножки, встают ноги как влитые, не натирает, не будет у новичков никаких проблем с синяками на ногах, потому что высокий корпус, и я думаю, что учиться на нем будет проще. Поворачивать немножко не так, как на 16-х моделях. Поворачивать приходится коленями, но привыкается буквально на минут за 5 катания. Тоже особых проблем не вижу. Большая мощность батарейки, открытое колесо. Опять-таки не очень хорошо для города, нормально для загорода. Кнопка требует долгого нажатия, неудобно будет с ним спускаться по лестнице, подниматься. Hello King Song тоже нельзя отключить. Обидно, потому что все время будет это мешать. В метро, скажем, большой корпус тяжело поднимать, по лестницам будет тяжело спускать. И писк, характерный для кингов, куда не девался. Также я сегодня проехал на King Song 18 дюймов. И оно тоже ездит так же, как все кингсонги, очень хорошо, приятно. Я разогнался на нем 36 км в час. Мне эта скорость очень понравилась, потому что это действительно классное ощущение, ощущение скорости. Спасибо за предоставленную возможность, интересный тест на открытом воздухе в нашем замечательном городе, в этом очень красивом парке. Меня зовут Александр, у меня свое колесо М-Супер 18 дюймов. Сейчас я прокатился на аналогичном от кингсонга 18 дюймов. Очень приятно, колесико едет стабильно, скорость большая, в отличие от M-Super оно уже существенно выше, и поэтому как бы ноги достаточно хорошо отдыхают, скорость приятную держит. Здесь очень хорошие дорожки, ребята, приходите кататься сюда, здесь очень классно ездить на колесах, собирайтесь большими компаниями, устраивайте такие же тесты, организуйтесь между собой, меняйтесь колесами. Но все-таки, конечно, мое колесо Кингсонг, оно самое классное. Всем спасибо и счастливо.
Thank you.